Я всю жизнь брожу по просторам и готов еще жизнь докружить. И кому не спроси, все несутся в такси, и никто не научит, как жить. Но в центре просторов есть место, где светло и туда все глядят. И там на совесть и честь всех научат, как есть, детей, стариков и ребят. Вечерний мудрослон, вечерний мудрослон, подлинный друженик наших времен. Вечерний, вечерний, вечерний мудрослон, вечерний мудрослон. Честнее, правдивее, лучше всех он. Все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. У народа душа, а за ней не гроша, но зато мы утерли всем нос. Он сияет, как новый полтинник, с него, как бы, лосьоны и лак. И как-то гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг. Вечерний мудрозвон, когда нужна правда, правдивее всех он. Вечерний, вечерний, вечерний мудрозвон, вечерний мудрозвон, вот истинный памятник наших времен. Вечерний мудрозвон, вечерний мудрозвон. Ну вот, ребят мои дорогие, вот такая у нас сегодня на обзорчике аппаратурка. Вот это вот у нас такая крышечка от колоночки, да? Вот, ребят, я еще особо его не чистил. Ну, в принципе, в пыли он еще грязненький и не работает. Проверил я вот эти вот штуки. Вот, надо их чистить, ремонтировать, по всей видимости, тоже в пластике. Вот эта штука светится там, да? Ну, видите, там валяются диски, не открывается. Надо тоже будет разбирать. Вот. Вот такой аппаратик у меня уже был на обзорчике. Хорошо играет. Здесь вот более стабильно играет сидюшник. Может, более современный уже стали там лазер ставить. Будем его восстанавливать. Вот. А так, в принципе... Колоночки здесь немножко другие. Вот видите, ребят, там динамичек прям внутри-внутри далеко стоит. Конструкция такая специальная, видите. Built-in powered subwoofer. То есть вот именно с такой трубой, как бы фазоинвектор совмещенный в одном. Потому что там с задней стороны нет ничего. То есть он дует как бы через вот эту вот уже штуку. Ну не знаю, как по звучанию, мы еще это разберем сейчас. Сейчас еще другую композицию какую-нибудь поставлю. Аппаратика рабочая, вот эти вот твиттеры, супер твиттеры, да, динамики все работают, балладу, и обычно по ней низы проверяю.
ребята, аппаратик рабочий. Вот, пришлось сегодня купить его, потому что просто отдавали его по смешной цене. По цене трусов, ребят. Купил сегодня две посылок, покупки, трусы и вот этот комплекс. За 200 рублей. Вот как-то так, ребят, представляете, какие у нас цены. Кто не верит, могу даже трусы показать, ребят. По цене трусов купил, точно я говорю. Вы, наверное, сейчас скажете, ну давай показывай трусы свои, посмотрим, может трусы какие золотые. Вот. Ну вот так вот мир, ребят, изменяется. Аппаратура рабочая. Ладно, там он перегорелый был бы, не играл ничего. Ведь, в принципе, их играет все. Радио играет, а все остальное ремонтируется. Но видите, никто не хочет заниматься. Ну, вот, ну, ребят, отремонтирую, почищу этот комплекс. Еще сделаю обзорчик. Или вы все-таки хотите, чтобы я трусы показал? Ну ладно, в следующем обзорчике покажу красивые трусы. Интересно, что бы вы выбрали? Трусы или айвочку? Замечательная айвочка, вот эта модель еще, знаете, ее называется голубая серия, вот эта модель. NSX-Z50. Вот с такими колоночками, да? Бывают тут малазийские аппараты, а эти вот какие-то вот китайские колонки. Вот первый раз встречаю, вот обычно вот эти комплексы малазийские идут. Но здесь колонки китайские, и по всей видимости они уже открыли фабрику там. Ну, большинство деталей, конечно, от старой сохранилось, но здесь уже головка уже не та, ребят. Вот видите, здесь стали вставлять уже другую. Вот в этой как бы еще автореверсная осталась головка, а вот в этой уже поменяли головку. Звучит он и пишет похуже, чем предыдущий на обзоре, который у меня был, айвочка, аппаратик, F7. Вот, ну ладно, по звуку еще мы его протестим, ребят. Спасибо за внимание. До свидания.